самым умным? Ну, говорит, хорошо. А, нет, это для женщин, которые считают себя глупыми. Рассказываю. Я говорю, мужчина поймал золотую рыбку. Хочу быть умным. Раз он там стал умным, понимает тело Эйнштейна, все понимает, там все. Говорит, рыбка, хочу быть еще умнее. Раз делал, он понимает, как вселенная вся устроена, и что Эйнштейн был отсталым человеком, и там и то. Ну, говорит, вообще проперло его. Он говорит, рыбка, хочу быть умнее еще. Она говорит, легко, только побочный эффект. Ну, какой? Грудь отрастет, и месячные начнутся. Угу. То есть, типа, знаешь, те женщины, которые недооценивают свой ум, я им эту историю рассказываю. Типа простить женщинам, да? Чтобы она себя увереннее себя чувствовала. А те, которые наоборот, короче, слишком умняка давят, я им рассказываю другую историю. Где наоборот, типа, мужчина захотел, говорит, тут жизнь надоела, говорит, хочу тупее, то все знаю, так устал. Но рыбка раз, говорит, все классно, там он отупел, ничего не понимает, говорит, ой, так хорошо, рыбка, говорит, хочу еще тупее быть. А у меня все включено там. Ну ладно, пусть работает. Говорит, она сделала, он прям вообще. Говорит, уже слюни пускает, говорит, вообще так классно живется. Говорит, рыбка, хочу быть еще тупее. Она ему, есть побочный эффект, месячные. На грудь отрастет и месячные. Это для тех, кто умничает особо. Женщина, я начинаю анекдот рассказывать. Но второй анекдот странный. Странный. Не льстит совсем никому. Да. Давай смотри. Ну, иногда надо. Okay. А у меня там, смотри, шишка. Ну, буду аккуратно, как ты с моей работой, так и я. Тогда я поставлю за руку. Он тебе там жди сейчас. Да. Ой, это хватит на все. Много даже. Где у тебя еще раз шишка? На локте. Видишь? Так, ну, здесь болит? Да, это... Вон, видно. Вон шишка. Да. Болит, да. Не дотрагиваться, если... Ну, конечно. Ну, мы там почти не будем вытравиться. Сюда вот никак постарайся. Ну, с руками гораздо проще, чем с ногами, поэтому это все быстро пройдем. Вообще натрагивательно, да? Но нет, она вообще болючая. Может, ты, лучше ты, может, с этой стороны увидишь, а я спал. А что он будет там? Ну, мне, я могу где-то что-то как-то, я же не мастер. А ты не сможешь на мне не шуметь вот так, не свистеть? Не сможешь? Могу. Может, не свистеть? Вот эта часть. Просто не будем ее касаться. Так может, ты это видишь? Да. Так я же настроил все, стол, камеру на эту сторону. Да ладно, все, ладно, ладно. Просто смотри, там будут скручивающие движения вот такие, да? Ты с этой, ты с этой стороны руки скручивай, ниже веди. Все, хорошо. Просто давай. Ниже. Давай. Потом сверху. Давай. Ну, обходим этот участок и все. Пробегать. Туда идешь? Хочешь, на тебе? Видосики будешь смотреть? Ну давай, иди, тогда я дверь закрою, чтобы шумов не было. Там запись. Записываю. Так, ну что, готов? Да. Так, руку так же положить, да? Руку так же? Да, пока так же положу, да. Все, ты голову, чтобы не светиться, хочешь, можешь в эту сторону положить, да, и так лежать. Все, да? Я уже засветился. Ну, на моем еще не засветился, я еще не включил. Включаю. Да? Слушай, ты можешь чуть спуститься сюда к ногам? Туда, да, вот так все. А, отлично. Итак, дорогие друзья, мы начинаем наш специальный тренинг по мануальному массажу и мануальной терапии. Сейчас мы проходим руки. Руки со стороны спины, когда человек лежит лицом вниз. Рука у нас будет в нескольких позициях. Это вверх,
приподнято, да? Раз. Позиция 2, висящая со стола. Позиция 3, приподнятая вверх. Позиция 4, лежащая полностью вертикально вдоль туловища. Начинаем с первой позиции. Нанесли масло, да? Ну, соответственно, мы оголяем ту часть, которая нам нужна. В данном случае я работаю с ассистентом, да? Это Иван. Оголяю с этой стороны, да? Это Иван. Иван лежит, да? Он ассистент. И Алексей. Так, начинаем быстро согревать его растирающими движениями. Предплечье, все плечо вдоль растираем. И вот то, что я рисовал там, дельтовидные мышцы, да, вот их каждый пучок отдельно. Вот передний пучок растираем вдоль. Нет, развернись в эту сторону. Вот так. Передний пучок идет вот туда, прямо к груди. Средний пучок растираем. Очень неудобно, конечно. Ну ладно. Я тоже стою со стороны, я просто руки развернул вот так. То есть не обязательно вставать в эту сторону. Вот. И задний пучок. Растираем. Вот. Пучки, это плечо. Поперек и вдоль. Старайтесь их отделять по отдельности. Вот он, задний пучок. Передний. Вот. Не, вот передний, это был средний. Вот. Теперь мы эти пучки вытягиваем. Растягиваем по отдельности. То есть начинаем наш массаж также сегментарно от центра. Да? Сначала дельтовидные мышцы, потом плечо, потом предплечье, потом кисть, потом пальцы. Растянули в обе стороны, поперек. Передний пучок. Растянули его вдоль. Помнишь, как мы сделали эту работу? Вот здесь. То же самое, в принципе. Вот то же самое, что мы делали здесь. То же самое делаем по отдельности с этими пучками. Растянули средний пучок поперек. Змейку такую пустили, да? И вдоль. Задний пучок растянули. Поперек. И вдоль. Отдельно можно пройтись по круглым мышцам. Вот туда. Подмышечную впадину уводим лимфу. Это делается мягко и медленно. Теперь можно помассировать все плечо вместе с дельтовидными мышцами. Целиком, да? И, как я уже говорил, что любые конечности у нас любят скручивающие движения. То есть берем и скручиваем, типа как крапивку делаем, да? Как может не совсем близко, а так подальше друг от друга. Все плечо. Далее перемещаем руку, чтобы нам было удобнее. Можно сесть и положить ее на колено. Прорабатываем вот с этой стороны, да, прорабатываем косточки, место крепления лучевых костей, да, плечевым. Неудобно так, можно положить на свою руку. Тоже проработать разминающим движением. Да, повторяй. Отмяли. Пальчиком отжали мышцы от конца косточки. От косточки вот этой. Вот такими подробными движениями. Любовно вокруг козырь. Две косточки нащупали, все сухожилия. Промяли их. И уводим лимфу вниз. Теперь развернули руку на себя. И скручивающим движением растянули поперек все мышцы предплечья. Да, вот так, пока на весу. На весу удобнее, что ты стоишь, с другой стороны взял. Смог взять. Да, теперь по очереди идем вверх. Нет, одна рука на предплечье, а другая рука на плече. Друг против друга скручиваем теперь. Мышцы вверху и внизу. Руки. Одновременно мы это место смазали маслом.
развернули руку повыше и загнули кисть на него. Вот если вот так вот сделать, будет болевой прием. Но нам не он нужен. Нам нужно вот зажимать тут пальчиком между мизинцем и безымянным пальцем. Точку даже вот так вот. Вот в него отгоняем руку. И при этом массируем задний пучок дельтовидных мышц. Потом среднюю точку между пальцем планчевого и безымянным. И крайнюю точку между указательным пальцем и пальцем планчевого. Теперь пульсируем передний пучок. Ой, как больно и приятно. Вот Леша делает, там у него передняя поверхность. Тянется, да, спереди? Не, он там прорабатывает прям такое болезненное место. Я думал, откуда у меня плечо болит. Вот это оттуда, значит, да. Укладываем руку. Если рука слишком прямая у человека, да, то помогаем ему ее расслабить. Вот так, ну и вот плюхнули на стол, полностью расслабленная. Масла не хватает, да, можно дополнительно масло добавить со своих предплечий. Промазать мягко вот так ладони. Смотри, когда пальцем входишь в ладонь, это очень приятное движение. Угу. Девушкам особенно нравится. Мягкое такое поглаживание. И теперь мы руку. Мне тоже нравится, когда мне девушки так делают. Когда именно девушки? Да. Представляешь, что сзади тебя две прекрасные креолки. Загорелые близняшки причем. Ты же любишь близняшек? Не знаю, я не было. Теперь визуально делим руку пополам, да, на внутреннюю часть и наружную. И прорабатываем вот массажными движениями снизу вверх. Внутреннюю часть, ой, ну, наружную. Сначала идем. Вот, прямо сильнее вот так вот. Так, поднимай. Помнишь, как мы здесь делали лицевой захват? Вот такими же приемами. Теперь мы эту мышцу растягиваем. Эти мышцы много на самом деле. Не, спереди там больное место, боишься? Нет, ну, конечно. Мы его не коснемся, он в ту сторону обернут-то. Вот нас. То же самое делаем с внутренней стороны, с медиальной. Размяли сначала, размяли быстренько, размяли. На массаж рук у меня уходит в среднем 5 минут, если там время массажа ограничено. Если побольше дается, то до 10 минут. Вот, бицепс мы дополнительно разминаем. Это прямая получается мышца, мы его так еще раз трясли. Отдельно его провибрировали снизу вверх. Растянули вдоль, все эти мышцы растянули продольно. И теперь скручивание снизу вверх, скручиваем все эти мышцы. Теперь устанавливаем кулак на ладони. Давай покажу здесь, чтобы было видно на камеру. А ты так делай. Вот. И растягиваем поперек. Растягиваем поперек ладони. Да? А этой рукой, вот этим пальцем, место крепления сухожилий к ладони вдоль, вот так одновременно. Движение перпендикулярно друг к другу. Теперь ставим оба кулачка на ладонь и растягиваем ее в сторону. То есть две большие ладонные мышцы внизу в сторону. Далее. Помните наш прием? Из лапы леопарда превращается в куриную лапку Гудвина, да, когда все пальцы расширяются. Вот как раз очень удобно. У нас пальцы становятся между его пальчиками, да, четыре наших. Вот. Вот видно, да? А большой палец опять растирает запястье, вот эти мышцы вдоль. Вот они друг отсюда друга работают. Большой палец вот сюда.
Вот так вот один день здесь. А большой не понял. Вот. Вот запястье отстирали. Куриная лапка, помнишь, мы делали? Это я помню, да. А здесь он ничего не делает с пальцами основными? Пока еще не делаем. Просто здесь, да? Да. Ну, не важно, какой рукой, может, любой рукой делался, в общем-то, не важно. Далее разворачиваемся. Тебе масла хватает? Можно еще. Чуть-чуть. Да? Чуть-чуть давай. На пальчике. В основном. Разворачиваемся к нему лицом, да, и пальцы у нас оказываются открытыми перед нами. Вот каждый палец отдельно смочили, потянули на себя. Не середину ладони, а пальцы пока. И теперь можно пальцы удобно зажимать между своими костяшками, да, и во всех плоскостях. Вот в этой плоскости, потом вот в этой плоскости прорабатываем. Чтобы было быстрее, я сразу двумя руками по два пальца работаю. Тут можно своими костяшками пальцы давить достаточно сильно. Это тоже приятно. Покачали их вот так вот в стороны. Круговые движения. Влево-вправо. Большой палец тоже. Угу. И теперь одеваем руку, вот так выворачивая пальцы на изнанку. Вот таким образом раскрываем ладонь. Да, ну, молодец, все сразу хочешь. А, большой палец, вот этот палец не захватил. Вот так вот, хвати. Да, вот так вот. И раскрываем руку. Вот, все пальцы раскрыли, ладонь раскрыта. И теперь мы имеем возможность очень удобно размассировать вот где растут пальчики, вот эти вот места повыше, пока повыше. Вот тут, да. Середину ладони. Здесь тоже акупунктурные точки, центр ладони, это наш толстый кишечник. Прожимаем эту точку. Если не болезненно, значит толстый кишечник. Да. Болезненно? Если болезненно, значит толстый кишечник забит. Вот. Ну вчера мы проверяли, как раз, помнишь? Напряжение было спазмом. Каждый вот этот бугорок трем, ну это как бы называется в хиромантии, бугор Венеры и бугор Марса. Холм Венеры, холм Марса. Растираем их отдельно, доходим до запястья. И теперь работаем запястьем. Зажимаем его в кольцо между пальцами, вот так вот. И вот давим, и чувствуем, как оно растягивается, как испанус такой. Вот это щелкает меня. Чувствуешь? Зажимаем сильно. С этой стороны запястья тоже размяли. Приподняли руку и с той стороны вот сюда. Вот размяли запястье. С этой стороны, с этой. Так что вот тут, да, вот. Да. Так что делать? Да. Эта рука держит, а это размяли. Вот здесь. Угу. С внутренней стороны-то мы уже размяли, теперь с внешней стороны вот его растягиваем, да? И сворачиваем теперь руку под углом 45 градусов. То есть держим запястье. Запястье поворачиваем по 45 градусов. И опять проходимся по вот этим точкам. Между пальцами. Раз, два, три. Туда-туда поворачиваем и заводи. Теперь в другую сторону по 45 градусов. И так вот между этими точками. Раз, два, три. С поворотом. Теперь поворачиваем руку на 90 градусов. И скручиваем ее под 90 градусов в одну другую сторону. Теперь распрямляем руку. Вставляем свои пальцы между его пальцами. Сначала вот так вот их загибаем в сторону. Знаете, костяшки, да? А второй раз. Так? Да. Ну ты смотри сам. С одной стороны мы вот так загнули их, да? Второй раз вот так вот в сторону. А упор делаем вот на эти косточки. То есть первый раз мы загнули вот так на эти косточки. Второй раз вот так. Опять же на эти косточки. Через четыре таких. Смотри. Раз, два, три, четыре.
ровно. Отлежал? Это он отлежал, да, от складок. Так вот берем, да, и стрясаем руку, главное, чтобы она была расслаблена. Давя на эти косточки, получается такой звук мобилизации косточек. Угу. Вот, теперь с другой стороны схватили, через один палец. И в обратную сторону. Это как? Вот, первый раз вот так, заткнули сюда. Раз вот так, заткнули сюда. Опять на эти косточки, вот опять на эти косточки встали. Ну, а как? Нет. Вот первый раз отсюда, второй раз отсюда. Через один палец просто перенес его. Ну, вот первый раз как это было? Так было. Вот отсюда, вот ты поворачиваешь и даешь вот на эти косточки его. Ну. Второй раз, соответственно, отсюда даешь, даешь в эту сторону косточки. Ну. Угу. Смотри. Вот. Снесли, нашли это напряжение и напрягся. Так, раз. И теперь съезжаем, вытягиваем его пальцы. Плотно обхватив их, да, вытягиваем, а второй рукой подлавливаем. На голову падает, да? Ну, угу. Хорошо. Хороший приемчик, да? Ну вот, да. Он расставился, некому хорошо, все, все болтается. Все, теперь своей рукой полностью зажали ему ладонь с пальцами, да, под собственным весом. Угу. Выдавили как бы из него кровь, выдавили. И проходимся по всей руке, лимфодренажный массаж. Медленно делаем, до конца доходя до верха и уводя руку в подмышечную впадину, вот туда. Да, туда, да. Второй проход делаем кулачком, посильнее. Будет аккуратно, тут меж проходит, можно передавить его, больно будет. Третий проход. Ага. И можно теперь завершающее, да, постучать ее. Провибрировать. И вот теперь вот так вот опускаем. И относительно плеча, предплечье, вот оно, ходит по кругу, вот так свободно крутится. Вот, вот я рукой придерживаю, Угу. Предплечье крутится вот так вот. Угу. На него. В его сторону, да, вот. Рукой крутится, на него так по кругу. Да, вот так вот. Немножко вот так. Угу. А теперь крутим вместе с плечом, а движение остается в ту же сторону, как мы задали его движение. Да, 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 вот так вот. О, хорошо, ходит ходуном. Молодец, хорошо расслабился. Далее вытягиваем за руки, за запястье, да? Под 45 градусов, тянем его вверх. Вот так? Да, туда. Все это вместе со столом сдвинешь. Ну, можно еще потянуть вот так вот вперед. Выставили руки, подняли их, чуть пошире голову опускаем вниз, голова болтается, и растянули вот так вот его. Да-да-да, поясница будет быстрее, да, молодец. Фу, все, отпустили человека, высвободили из него все напряжения, он лежит, отдыхает. Ну а мы, дорогие друзья, с вами увидимся в следующем видеоролике, где будем проходить массаж рук спереди. Тебе понравилось, да? Да. Вот молодец, много нового узнал. И вы много нового узнаете, если нажмете колокольчик вверху и будете отслеживать наши следующие новые видео. Не забудьте поставить позитивные комментарии, лайки и до новых встреч, дорогие друзья. Увидимся в следующем видеоролике. Пока-пока. С вами был Олег Алабгудвин.